Считается вот текущий ремонт, если текущий ремонт, он может делаться, например, там, до 100 тысяч, чтобы вы понимали. Если это капитальный ремонт... По-советски это получается по замыливанию. Вы это самое начальство приезжаете в центр, вы ему сначала... Я вспомнил, как Ющенко приезжал по кооперативную туда, он дальше не поехал. Почему он не поехал дальше по кооперативной? Чтобы потом вас сдрючил. Почему улица до конца не доцелила? Это тоже... Опа, сейчас на Южную выйти, о, проасфальтировал, дальше не поедет администратор. Сказал, вот смотри, молодец, работает. У нас один был только председатель Сенрады, это Пономаренко Александр, или Саша был, который следил за порядком в селе. Понимаете? Чистота и порядок. А почему у нас сейчас такое вот, если проехать, вы проедете, посмотрите по балкам, мусор, там мы не украинцы, мы татаро-монголы, помолчите. Ведь мы татаро-монголы. Получайте, потому что вы грязные. Мусор вы кидаете, вы говорите. Уважаемый, послушайте, давайте, я вас очень прошу не превращать эту встречу в линч сельского головы. Я думаю, вы все знаете, где он живет, и в любой момент можете прийти к нему и сказать все, что вы думаете. Отсыпайте до конца. Давайте как бы продолжим наше общение. Если есть к Игорю Валентиновичу или ко мне какие-то вопросы, я вас очень прошу, задавайте.